AirMeet – сервис для проведения ивентов, что в переводе на русский означает «событие мероприятия». Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В принципе, при проведении мероприятий можно вполне ограничиться Zoom. Ну или OUE, если у вас немного участников. Хороший сервис, мне понравился, ссылка на скринкаст в описании. Поскольку любой онлайн-ивент – это, по сути, видеоконференция. Но можно воспользоваться и специализированным сервисом. Просто они все платные обычно, а функционал при проведении самого мероприятия ничем особо не отличается от Zoom. Но непосредственно у AirMeet есть бесплатный тариф, где доступно 100 регистраций на мероприятие и один организатор. Этого, в принципе, достаточно для среднего НКО, оформлено все красиво, есть ряд полезностей, так что нажимаем «Начать бесплатно» и регистрируемся. Тут он нам предлагает создать мероприятие либо в форме встречи, либо конференции. Нажмем Meetup. Создаем организацию. Тут выбираем специализацию. Далее пишем почту члена команды, чтобы его пригласить. И продолжаем. Ну и вот, собственно, создаем событие и настраиваем его. Первое — это базовые настройки. Тут можно изменить время, скопировать ссылку на мероприятие, даты разослать нужным людям или скорректировать название компании, а также добавить описание. Ок, следующая вкладка — правила входа и участники. Тут можно выставить, кто к нам может присоединиться, по приглашению зарегистрированные пользователи или все, кто пожелает. Ну и сам список участников. Отмечаем функцию как удобную и полезную. Далее вкладка «График». Тут просто график наших мероприятий, чтобы не забыть. Еще одна галочка «Удобно», хотя в Zoom это есть. Далее вкладка «Спикеры и организаторы». На данный момент я являюсь организатором и могу пригласить спикеров. Вкладка «Кабинки» доступна только за деньги, тут у нас спонсорство и брендинг. Вкладка «Видео» — тут мы можем залить видео или добавить ссылкой, чтобы во время трансляции его воспроизвести. Еще одна галочка в графе «Удобство». И стрим. Здесь можно подключить дополнительные каналы для трансляции нашей встречи. Есть подробное видео, как это сделать. В бесплатной версии мы можем продавать билеты на нашу встречу. Еще одна галочка «Удобно» или даже «Очень удобно». Справа вверху две кнопки «Превью» и «Начать встречу». Если нажать «Начать встречу», то он будет искать нам собеседника. Если мы хотим быть спикером, то нужно запускать трансляцию вот так. Ну а превью нужно, соответственно, чтобы посмотреть и подготовиться к трансляции. Если создавать конференцию, сразу оговорюсь, мы можем создать только демку, реальная конференция платная, то там примерно то же самое, но настройки чуть отличаются. А именно тут есть вкладка Venue Settings. Это настройка места проведения, где мы можем воспользоваться стандартным местом или настроить свое. Настройки простые, ставим фон. Можно вставить видео размером до 1 гигабайта, а также разместить ссылки. Есть 4 вида ссылок — на столики, на комнаты, на расписание и 4-е просто внешнее на какой-то ресурс. Далее мы видим, что в конференции доступны настройки кабинок. Настраиваются они по аналогии места проведения. Также можно менять фон, ставить логотипы, видео и вкладка «Спонсоры». Здесь пишем имя спонсора, его сайт, уровень и добавляем логотип. Ах да, еще есть одна вкладка, которой не было во встрече. Можно менять фон у своей сцены. Ну, в общем, такая кастомизация пространства, наверное, для серьезной конторы вещь необходимая, для средней и небольшой не особо нужная, особенно за деньги. Перейдем непосредственно к трансляции. Ну, честно говоря, тут все мало отличается от стандартного сервиса для видеоконференций, возможно, потому что ничего нового и удивительного придумать просто невозможно. Во время трансляции мы можем включать-выключать камеру, звук. Тут две кнопки «Приостановить сессию» и «Завершить». Такая возможность есть только у хоста. Спикеры таким функционалом не обладают. Есть возможность показать рабочий стол или PDF-файл. Есть эмоции, если нам нужно узнать мнение слушателей, да нет, можно запустить опрос. Вот эта вещь полезная и не помню, где еще она есть, в числе штатных. Тут можно изменить качество трансляции, если слабый интернет, и включить запись. Справа чат, тут можно воспроизводить предварительно записанное видео. Хост или со-хост может реагировать на вопросы, пожаловаться, удалить или заблокировать пользователя. Есть возможность приглашать на сцену и выгонять с нее слушателей. Слушатель в таком случае автоматически получает статус спикера, максимальное количество спикеров 10, 1 хост и 2 со-хоста. Удалять спикеров, которые были заявлены изначально, нельзя, только приглашенных.
но в целом годная вещь благодаря бесплатному тарифу. В принципе, конечно, удобнее пользоваться специализированными сервисами, просто раньше они все были платные или очень платные. AirMeet вроде ломает фишку, посмотрим, что будет с рынком подобных приложений дальше. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.